Всем известно, что каждый человек имеет право на защиту. Но не все знают, что если у него нет возможности нанять себе адвоката, нотариуса или иного субъекта правовой защиты, что ему предоставляется гарантированная государством юридическая помощь за счет бюджета. С августа этого года получить бесплатную помощь можно и у юридических консультантов. Подробнее в материале. В соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, каждый имеет право на получение в ходе гражданского, административного и уголовного процесса квалифицированной юридической помощи в соответствии с установленными положениями. И на этих основаниях гражданам Казахстана предоставляется гарантированная государством юридическая помощь. Бесплатная юридическая помощь, она выделяется из бюджета по 005 программе. За 2023 год было выделено около 150 миллионов, из них на сегодняшний день освоено 95 миллионов. То есть 11 300 человек на сегодняшний день бесплатную юридическую помощь уже получили по Жамбылской области. Еще хотелось бы сказать, что с августа месяца 2023 года к этой работе подключены юрисконсульты. У нас есть палата юрисконсультов, она состоит из 200 членов. Из 200 членов около 35 юрисконсультов на сегодняшний день уже оказывают бесплатную юридическую помощь. Право на получение юридической помощи – одно из фундаментальных прав, провозглашенных Конституцией Казахстана. Обеспечение этого права – залог справедливого судебного разбирательства, защита от необоснованного обвинения и осуждения, незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина. Поэтому для государства важно обеспечить право на защиту. Если у обвиняемого нет средств для оплаты услуг адвоката, от эффективности обеспечения этого права зависят интересы правосудия и в целом имидж государства. В Жамбылской областной коллегии адвокатов на сегодняшний день работают 248 адвокатов. Из них 145 адвокатов работают в системе гарантированной государством юридической помощи. Согласно статье 15 закона Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, юридическая помощь оказывается в виде правового консультирования, правового информирования, защиты представительства интересов физических и юридических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях, в случаях и порядке, которые установлены настоящим законом, который я озвучила, и другими законами Республики Казахстан. Стоит отметить, что если адвокаты или юрист-консульты захотят принять участие в программе «Оказывать бесплатную юридическую помощь населению», для этого им необходимо обратиться в департамент юстиции. Ильдар Гизатуллин, канал Бахатулы, Айкон Ахпарат.